Сегодня у нас 8 июля 2018 года. Это мы находимся возле лагеря стана бывшего. Сейчас он музей. И вот решили, как делали в том году. Вот здесь обедать будем. Это мы первые пришли. Вы первые? Первые, да. У нас тут обычно столики есть, это скамейки, но сейчас не будет. Там нет, я побойки, может оттуда спятить. Не знаю. А! Подожди-ка. Ну там опасно. Вот здесь это опасно, это надо далеко, а? Далеко объезжать вот так вот. Да вот здесь вот рядом копарки. А если тут какие-нибудь стекло или еще что-нибудь? Что здесь? А если стекло, лучше ему туда выехать и спятить сюда. Вот сюда выехать. Так вот эти вот ямы-то, я говорю, кастрюли-то наши там как? А, про ямы? Ну, конечно. Я подожди. Надо проверить, видать, проверить дорогу. То есть. А? Я на велосипеде-то спокойно проехал. Ну, да все, давай, ладно, давай. Это мы утром сегодня ездили здесь, воевали. Смотри, что делали. Угу. Убирали траву. Ну ладно, проезжаем. Хорош! Помогайте, вот сюда. Помогайте. А вот это открывается. Все, Нестор, давай, помогай, кастрюльки и сюда. Не, я не буду помогать, потому что я в прошлом году, помните, что было? Пойдем. Нестор, помогай палатки тогда расстилать. Ну, вот это легкое. О, поваров сразу привезли. А что, столов нету? Нету. А как кушать? На палатках. Вот так же. Да зря я тряпочку взяла для столов. Да. Пикник у нас. Пикник, да. Все, на природе. Еще палатки не разложили. Нет, не надо. Ладно, подождите, разложишь. Так. Это нет. Девочки, хлеб сейчас я вам подам. Не лазьте этими с грязными ногами. Мы будем вас звать. Ложиться можно, а залазить на вас. Мы сбегаться будем, как эти. Все, ложиться. Куда ложки ложить? Даже не знаю, как быстро. Так прям ложить? Да можно. А у вас же не ложка. Да там дома лежит. Ложки не раскладывай. Ложки не раскладывай. Мы как базар. Не сюда ложки. Базар вокзал. Сейчас друг. Надо есть фотографии. Вот тарелки лежат, ну, да, что поделать просто. Ну, просто. Ой. Так, вы не лазьте, еще не, да нет, не дали за стол. Вы сел, дальше чего? Через голову мне прыгать там будет. Совсем осталось 20%. А, он все, он сделал. А, он хочет. Так, взрослые, берите ее, ставьте, помогайте. Да, будем помогать. Подошла только, пыль уже сразу идет туда. Это не надо. Это не надо. Кто там пойдет раздавать хлеб, кто бы разулся и подавал тогда. А можешь забрать тазик-то уже? А можно вот так по кругу пустить, вот так вот сбоку поставить, а потом по кругу пустить. Да, мошки что они? Надо один, кто-то вот босиком ходит и чик-чик-чик ложит. Люди, это полевая кухня. Полевая, да. Так, ребята, уходи оттуда. Девочки, братья, присаживайтесь. Ногами не лазьте. Кому охота дашь? Тимофей, где поезд? Тимофей, поезд где? Знаете, чашки можно в руках держать и так и есть. Не ставить. Давайте помолимся. Помолимся. Ура, молитва, молитва. Помолимся. Катя, молитва. Молимся. Ты зайди оттуда, Володя.
Пройди туда. Там вот. Кожана, слава тебе. Очень всех на тебя, Господи, уповает. Это пищево благоволение. Ты знаешь, ты щедро руку твою. Исполняешь всякое животное благоволение. Слава Твоей Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитву причистите Матери всех святых Твоих. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Боже, милостью будь не грешным. Создав меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. И освяти дары словом истинной молитвы на пользу человеку. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Все. Напоминаю, в южных странах у них стола вообще ни у кого нету. Называется дастархан. Я считаю, что у меня хлеба тут. Идите с той стороны, Лёва. Нет, идите с той стороны, потому что... Братьям еще несите. Когда детям вы мне скажите, я меньше буду накладывать. Дежурная, смотрим на меня. Костя, подай мне железную тарелку. Мама, это взрослому. Взрослому, взрослому. Давай. Взрослому, кого тарелку? Владимир Юрьевич, постарше. Все есть взрослые? Еще есть взрослые? Есть еще. Вот, Виталий, отдавай. Виталий. Давайте ему чашку. Алло! Еще одному взрослому дайте. Кого, Володь? Еще взрослый есть? Все, да, последний. Владимир Юрьевич, нет. Все у меня есть. У него есть уже. Все, значит, дети остались? Да, да, только я остался еще накормленный. Ты садишься или снимаешь? Я и то буду делать. Ладно. Все, я тебе наливаю тогда, Володя. Я тебе Володя. О, пришли уже. Они чего, конечно, быстро. Только девочки, я поняла. Да, я поняла, что Володя. Да. Мир тебе. А то у Пушкина говорится, бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе рубились они. Мы вспоминаем лагерь, какие битвы тут были. Сюда не дуйте сейчас. Который еще не окончили. Это мелкий. Володь, ты куда сядешь? Вот давайте. А? Куда ты сядешь? Да хоть куда. Да, поставь. А вот пока рядышком поставь, вот здесь. Просто рядышком. Все. Она посадится. Конечно, она покатится, да. Ну что я могу сказать? Что ты хотел-то? Да что она покатится? Нет, она это... Она катится. Да, вот так. Все, стоит, пускай. Сейчас кто-нибудь придет и юбкой подсказывает. Садитесь, кто где хочет. Можно на траву садиться. Мне не надо. А второе... Тарасе осталось работать так же, как ты ешь. Полную мощь. Давайте, вот, смотри. Екатерина на ходу ест. Некогда садиться. Тогда тихо. Больше мне нет. Не ходите по пыли. Пыль поднимает на чашку прямо. А пойдите, когда я голодаю. Тетя Нина, держите. Это мы не будем. Не будете? Нет, нам вторую. Подождать вторую, да? Подождите, я сейчас подожду. Кто-то идет. Еще есть кому-то? Дядя Ездра идет. Вот ему налейте. Костенька, неси. Кому-то. Че? Кого нет? Да, дядя, тупо. Все сидят, кушают. Женщин, девушек. Дядя Ездра налейте. Ездра. Наливаю Ездра. Ездра. Называть. Дядя Ездра, Ездра подходит к нам скорее. Прям сразу. Где? Берет чашку, идет. Да. Праздничная чашка для дяди Ездры. Наведи на него камеру. Смотрите, как мы вас ожидаем. Поздравляем. Берите, это ваша чашка. Хлебушек там уже на столе. Присаживайтесь. Помолись, брат. Кому еще? Какой-то женщина. А вы почему? Куда еще тетя Свете? И тетя Оля. Тетя Оля дала. Мы уже помолились, так что смотрите сами. Мы уже молились, шапку снимай.
Попали и нет, что-то ничего не дали. Ты на чем-то сидишь или нет? На пике. Я не пропаду, не переживай. А что по ней не дают? Она ничего не хочет. Ты другая? Вчера ж я знать не знаю. Сегодня помолитесь об этом Максиме, кто крещение принимал, чтобы Бог умягчил его сердце. И в интернете, чтобы нас не нападали. Пойдем. Полина, здорово, малыш, они сам тоже. Сейчас сяду. Дайте вас заснять немножко. Он и не работает, и не ест, все время с камерой. Он не умрет. Он сильный. Мы сейчас пойдем там молиться. А он пойдет молиться и чашку с собой возьмет. А что она хочет? Картоху будет? Полина, а картошку хочешь? Я надо... Игнатий Иванович, я закончу, у меня 8 минут осталось. Вот сейчас. Каждый вопрос 6 поэтов. По одному стихотворению и везде по одному эпиграфу из Святой Библии. Литераторы, там разные корреспонденты, если эту книгу где-то в библиотеке увидели, бесполезно. Пока полицию вызывают, он утащил. Она говорит, я тебя знаю, в пятикратном размере заплатишь. Он говорит, я в десятикратном заплачу, но не отдам. Эта книга 700 рублей всего стоит. Это 20 тысяч файлов я должен был все время крутить. Приобрести можно будет ее? Да. Что? Это прямо внутри? Подарю тебе ее. Дарить не надо. Дарить не знаю. У тебя и так всего полно. Я уже 4 книги дал тебе. Вы разорите меня. Замечательно получился. Ну ладно. Посмотрим. Мне вот тогда не рекламируй. Тебя, твоя книга тебя ждет уже. Хорошо. Я принес новый завет, Екатерина сразу перехватила. Это доброе. Купила. Дальше, к истину православия, у меня запасные 3 лежат. Мне для слова, к истину православия далась очень непросто. 40 лет материал собирал. По крупицам, библиотекам, профессора. Помогали. Вот, допустим, Ян Златоуст сказал. Сказать-то он сказал. А где сказал? 12 томов по 800 страниц. Где, в каком месте он сказал? Вот в этом-то вся трудность-то была, да. Иероним Стридонский сказал, а его трудов нигде нету. Я в Америке спрашиваю, говорит, труды его есть, говорит, здесь, но вам не дадут их. Почему? У него, говорит, такая книга есть, за которую его все проклинали. За которую его Бог назвал, может, святым. Он написал, о нравственности священства. Язычники от руки переписывали это. А друзья говорили, что ты наделал? Ты, мать, церковь раздел. Он говорит, это не церковь, это прилипалы разные пришли. Он разоблачил от подошвы до макушки попов. Вот какой был. Он на Западе посчитаемый так же, как у нас Златоуст. В той церкви. А вы откуда узнали-то о нем? А? Откуда узнали о нем-то? Я узнал откуда, не знаю теперь где. Он в 420 году умер только. Самые близкие друзья от него отвернулись. А сегодня одно имя его гремит на востоке и на западе. Так, только не кладите, все мимо пойдет. Сначала отнесите. Вот тут хорошая связь. Ну тут явно, что трехэтажный не пойдет. Они уже побывали на боку, видишь, выбито. А Маль, вот смотрите, беру две подряд кружки, посмотрите. Вот она. Внутри, снаружи, они уже... Подожди минутку. Это что означает? Хорошая хозяйка дралась с нею. Теперь, вот рядом лежит кружка. Эмаль, смотри, выбита, пропала кружка. Из-за чего? Чья-то голова не так приделана. Иди. Люди на жаре, это эмаль, это при высокой температуре. Игнатий Иванович, молиться надо. Плавится. Молиться надо. Так, ты выключай все свое. Все на этом.